нас макароны еда научили быть. Макароны. Это корм либо для собаки, либо для кошки. Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу. Мы тоже в шоке от того, что снимаем новый челлендж. Как в старые добрые времена. Вик, на тебя вся страна смотрит. Кусай. Да. Кусай. Засчитывается, папа? Да. Папа, рассказывай, что ты сегодня придумал для нас. Итак, девочки, челлендж называется «Съешь сквиши». Я для вас приготовил необычные сквиши, внутри которых находятся разные продукты, вкусные и не очень. У вас будет минута, чтобы угадать, что внутри сквиша. А если ты не угадал, ты обязан попробовать то, что находится внутри. Будет очень весело. В смысле? Сквиши? Да. За минуту, если не отгадаешь, попробовать. А? Каждый раунд будет сложнее предыдущего. А знаете почему? Почему? Потому что с каждым новым раундом я буду отключать ваши органы чувств. Сначала зрение. Эй, кто выключил свет? Потом осязание, а потом и обоняние. Ну что, начнем? Может, не надо? Надо, Вика. Надо. Кто из вас первый? Ну, давай как-нибудь дожиться. Кто выигрывает, тот... Тот первый. Первый получает сквиши, да? Нет. Или кто проигрывает? Кто проигрывает. Хорошо, кто проигрывает, тот первый получает сквиши. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ну а перед началом скорее влепи палец вверх под этим видео, ведь мы поднимаем тебе настроение. Ну а лайк-то мы точно заслужили. Скорее ставь палец вверх, и мы начинаем. Ну что, Вика, выбирай бумажечку, какой попадется тебе сквиш. Так, ладно, я закрыта глазами. Да тут можно и закрыть, но тут... Да мне все равно. Тут одна бумажка. Цифры, да. 4. Сквиши под номером 4. А это что? А это мы оставим на второй раунд. Убери пока в сторонку. Готовы? Мне уже не терпится, давай. Не терпится посмотреть, как я сейчас буду мучиться, да? Ну все, давай. Я не представляю, что это за сквиши такие. Итак, первые сквиши. Мама, засекай время. И... Погоди, стой. Пусть он мне сначала его даст. Хорошо, давай, ты дай, и я... А ты сразу засекай. Да. На старт, внимание, марш! Время пошло. Можно, а мне можно? Нет. Нет. Это еда? Это все еда. Ну скажи, что на ощупь, ты расскажи. Мягкое, приятное. Очень мягкое. Знаешь, прям много... Там что-то... Можно говорить ответ? Ну, если ты... Это маршмеллоу? Да? Вообще, да, там можно потрогать один, вот достать. А, так, подожди, ну вариант у нее всего будет один, да? Да. То есть она говорит, называет вариант и... Ну, все, а что дальше? Маршмеллоу. Все, ты уверена? Да. Там не режется. Режется. Вот, ты уже вскрыла, смотри. Вот так повезло, так повезло. А можно их кушать? Конечно. А можно это съесть? Я 100 лет кушала. Они такие нежные. Они такие воздушные. Они такие вкусные. И у них так мало сахара. Я обычно сладко не могу терпеть. Слишком приторное. Пусти, кто сейчас кушает. Приятного аппетита. Подпишись на наш канал. У нас... Всегда весело. Что ты сказала? Что? Подпишись. Я говорю, сказала. Подпишись. Ну подпишись на наш канал. На наш канал. А дальше что было? Ну потому что у нас всегда весело. Потому что у нас всегда весело. Да. Я сегодня переводчик. Это язык факту. Что? Язык факту. Что? Ребят, напишите в комментариях, что она сказала. Мама, твоя очередь. Я надеюсь, мне тоже попадется что-нибудь такое мягкое. Вкусное. Ну, ты сама выбираешь. Сладкое, приятное. Но этот шарик, он был такой мягкий. Номер один. В тренде? Да, этот ролик в тренды. А что нужно сделать, чтобы этот ролик попал в тренды? Экшен, выливать яичницу на голову в бутоняне. Я вам расскажу секрет. Надо поставить лайк, написать комментарий. И подписаться. Да. Вот всего лишь три действия. Вам пальчиком вот так вот нажать, вот так вот телефон так... О, попросили, нажму-ка я. И у вас будет хорошее настроение, и вы будете состоять в нашей семье.
вишенок. Поэтому давайте выполняйте всего лишь 3 действия в телефоне и все. Ты готова засекать время? Да, давай, на счет 3. 1, 2, 3. Вау, какой тяжелый. Сейчас скажу, он очень тяжелый. А, так, прими этот. Там, он холодный. А, слушайте, ну по ощущениям. Можно потрогать? Кого-то там что-то не очень приятное. Может быть, колбаса нарезанная. Но нет, она уже больно. Слушай, ты мое потрогала, дай-ка я твою чуть-чуть. Она как-то... Фу! Она очень неприятно там жмякается. У меня немножко такое отвращение. Какие-то... Что там? Какие-то кусочки. Сейчас, дай я понюхну. Пахнет? Я думаю, что это возможно... 5, 4, тушенка. 3, тушенка. 2, потому что у меня в руках 1. Прям разваливается. Это. Время вышло? Проверяем, что там. Вот, стой, я видела, как ты трогала. Вот прям, я сначала подумала, что это рыба реально какая-то там. Да, и что? Фу, а ну там, знаете, фу, все скрывай. Все, что ты сбиваешь с толку, давай. Фу, это может быть вкусно. Ножик, где? Мама, помню, что если ты сейчас не отгадала, то ты должна это попробовать. Давай. Ну, это вроде как все съедобное, да? Фу, ну, блядь. Что это? Что? Да, это... Тушенка? Вообще, мама, нет. А что? Оно пахнет очень сильно. А что это? Это холодец. О май гад. Ну ладно, но нет, ну холодец, это не так страшно, хорошо. Ну, слушайте, ну я была очень рядом, да? Ну, рядом была, да. Они схожи даже по виду. Этот запах меня доводит до мурашек по спине и по щекам. А свиной или говяжий? О, не знаю. Фу, что за звуки? Слушайте, ну вкусный, наверное, все-таки. Хочешь Вик попробовать? Свиной. Мечтаю. Нет, конечно. У меня вопрос, как ты все это туда помещал? 3 часа я этим занимался. 3 часа. Я точно заслужил лайк. Поставьте, пожалуйста, папе лайк. Это точно. Но это был очень необычный сквиш, скажу я вам. Там еще много таких. По ощущениям. Ну что, девчата, второй раунд, и он с усложнением. Давай. А с каким именно, сейчас вы узнаете. Сначала, Вика, тяни записочку. 10. Сквиши под номером 10. А теперь тяни здесь бумажечку. Что там? Без глаз. Без глаз, это же. Без глаз, это значит, мы наденем тебе маску на глаза, и ты должна будешь угадать. Закрытыми глазами. Да, по сути, легко. Сейчас узнаешь. Все равно я же должна это как бы трогать. Зачем мне представление, как выглядит шарик или какого он цвета? Но все равно тебе глаза помогают немножко... Да, в общем, да, сейчас узнаешь. Что это? И стоп! Минута пошла. Он такой легкий. Он такой большой. Это что? Пахнет сладким откуда-то. Да? Да, сквозь шарик. Оно все крутит, но это наверняка сейчас. Это кукурузные палочки. 9, 8, да. 7. Все, можно проверяем. Открывать свой ответ кукурузные палочки. Открой ответ кукурузные палочки. Да. Я угадала! Ты угадала. Чем ты убираешь кукурузные палочки? Ну, мне кажется, это было очень просто. О, вот этот запах, понюхай. О, они какие-то ароматизированные. То есть запах просачивается через, потому что я тушенку не могла прочувствовать. Иногда просачивается, иногда нет. Пахнет ядреной клубникой. Сахарная. Ты угадала, поэтому не обязана пробовать. Но сладкое обязана. Так что мне достается шарик. Сквиши под номером 3. Под номером 3. Я так и знала, да, что ты выпадешь. Да, я сижу, думаю... Сейчас будет 3, да? А сможешь угадать, какую мама здесь вытащит? Без рук. Хорошенько перемешаем и вытаскиваем.
Без рук! Подожди, а если я без рук, то чем я буду это все прощупывать? Носом. Ну вот так, наверное, как голуби едят. Ну, нос у меня такой большой, видимо, специально для этих целей берегла. Так, руки за спину. Так, таймер. Вы арестованы. О, боже. Раз, два, три. Погнали, погнали, быстрее, быстрее, быстрее. А-а-а. О, так. Слушай, ну там что-то... Я на звук и на вид уже догадалась. Серьезно? Ну там что-то твердое, может быть, какие-нибудь... конфетки, но я не уверена. А, подожди-ка. Папа! Да, ты тоже думаешь, что то же, что я? Это похоже... 100%! Я... Сейчас я хочу добраться и понять, они мелкие или нет. Сейчас. Кто? У тебя еще 23 секунды. А если я понюхаю? Подожди. Нет, пахнет шариком. Не подсказывай. Ну, вообще, это похоже на либо Skittles, либо M&M's, потому что они, я чувствую, что они мелкие, прям так хорошенечко перебираются. Это сложно угадать, потому что они одной формы, одного веса, они все одинаковые. И твой ответ? Резиной по... Одна секунда, все. Все, да? Да. Время вышло, быстрее. Твой ответ. Говорил. Skittles. И... M&M's! Ты не угадала. Я все равно, вау, как их много. Я надеялась, что это будет Skittles, потому что я обожаю Skittles. Да я не рад слушать ее в таком виде. Вообще никогда не слышала. Райское наслаждение. Класс. Офумел. Это лучший раунд. После суперсладкого раунда, теперь я надеюсь себе вытянуть что-нибудь тоже сладенькое, что-нибудь красивое. 7. О-ла-ла, без рук. Без рук опять. Сейчас узнаешь, каково это было мне. Не опять основа. Гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля, клевать, да? Старт. Минута. Так. Давай-давай. Что? Пахнет уже тушенкой какой-то. Это так смешно. Ну, слушай, я смотрю, что это вроде что-то... что-то мягкое. Оно может пахнуть, потому что рядом с другим шариком стояло. У тебя прям нос проваливается туда и... Подвинь ко мне. Нет, ничего не подвигайте. Давай-давай, нос для чего растила? Давай-давай. Подбородок двигай. Сколько время? 7 секунд. 6, 5. Говори, говори. Три. Это что-то мягкое, я не понимаю. Один. Говори, иначе придется все съесть. Все, время вышло. Как это рыба может? Ну, нет. Чисто запах, потому что. Точно не рыба. Ощущение очень противно, как будто чьи-то пальчики трогаешь там, если честно. Мармелад какой-нибудь в воде. Мармелад. Все, твой ответ мармелад. Проверяем. Готова узнать и попробовать содержимое этого сквиша. Ты же не знаешь, угадала я или нет. Ну, нет, не знаю, поэтому спрашиваю. Не могу. Просто. Во-первых, нереально угадать. Во-вторых, мне кажется, это сегодня приснится Вике в кошмар. Это куриные сердечки? Да. Я верно поняла? Я их 40 минут варил. Серьезно? Конечно. Папа! Что? Это деликатес. Сон брызгается! Нет, на самом деле, Вика, они очень вкусные. Да, съешь тогда сама первая. Ну, почему? Ты, это твой раунд, твой челлендж, поэтому давай. Ребята, пожалуйста, перед тем, как я это съем, пожалуйста, подпишитесь на канал. Видите, что я делаю ради того, чтобы вы просто нажали на кнопку. Я ем какое-то сердце. И какое-то куриное. Представьте, сколько здесь курочек вот в этом. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это уже. Ого-го. А теперь жуй. Вкусный.
Ну что, девчата, следующий раунд? Да. Мам, ты слышишь? Тебя Миля зовет. Ами, помнишь, ты у меня просила младшую сестричку? У меня есть сюрприз. Это кукла Бэйби Аннабель. И с ней можно играть в дочки-матери. Малыш! Ты будешь совсем как мама. Она столько всего умеет. И как у настоящего малыша, у нее есть бутылочка, слюнявчик, браслетик и соска. Аннабель можно укачать и положить. Она закроет глазки и начнет посапывать. Как настоящий малыш. После сна надо обязательно потянуться, и день можно начать с веселой гимнастики. Смотри, как ей нравится. Я люблю зарядку. Ой, Бэби Аннабель начала плакать. Ей срочно надо дать соску или бутылочку и укачать. Именно так делает мама. А еще у Аннабель есть братик Александр. Им очень весело вместе. Заказывай свою Аннабель по ссылке в описании и становись совсем как мама. Если тебе сейчас попадется сладость в очередной раз. Циферка 2. Я разозлюсь очень сильно. И что же это будет? Без? Глаз. Без глаз. А, ну это легко. Я же пробовала. Раз, два, три. Время пошло. Ой, какой маленький. Маленький. Так, маленький, но тяжеленький. А внутри что-то... Вау. Вау. Это что-то длинненькое. У меня есть первая мысль. Сейчас очень похоже на желейных червячков. Вот первая мысль, что мне... Да, вот, вот он. Вот длинненький такой. Вы это видите? Я не вижу, но вы видите, да? Он здесь как... Папа, я... Что? Ничего. Ну все, в принципе, у меня нет идей больше. Я... А ты? Да, это желейные эти... Червячки, да. Проверяем. Фу, убери это, давай другой. Сейчас будешь портить мне тут сладости. Все, убери. А, осторожно, руки убирай. Мама, фу! Я же не лезу туда. Внутрь ножом. И это... Да, желейные червячки. Почему ей так везет? Я даже знаю, от какой это фирмы. У нас такие в школе вроде продавались. А они такие мягкие. Пожалуйста. Ну ладно, хоть бы какая-то сладость выпала. 6 или 9. Ой. А как понять? Выбирай. Нет. Здесь есть тоже 6. Ну давай, выбирай, 6 или 9. Они хоть как-то отличаются. Отличаются? Нет, никак. Выбираю вот это. 9. И усложнялку. Без глаз. Без глаз! Это не так сложно. И время пошло. О, это что? Это там что-то... Что-то тяжеленькое? Очень странное. Куча мелких, просто какие-то крупинки, но они какие-то мягкие. Каша вареная? Это каша? Не, ну она бы была мягкой. Но это уже точно не сладость. Ну почему? У тебя 30 секунд. Я не понимаю, что это. Это что, оно твердое, но оно такое мягкое наполовину. Но это, знаете... 13, 12, 11, 10. Ну каша какая-то, 9, каша. 8. Не полувареная. Крупа. Крупа? Ну, что-то типа такого, но не 5, полувареная. 4. Каша. И твой ответ быстрее. Каша. Какая? Каша нет, твердая. Конкретная. Какая каша? Какая каша? Я не знаю. Гречка, рис, пшенка, что? Гречка. Вика сказала гречка, и мы смотрим, гречка ли это. Смотрим. Это? Да! Да! Это макароны! Слушайте. Да, Вика у нас макароноед, она очень любит макароны. И в любом виде. Пожалуйста. А вот это мы еще напомнили. Вот это. Фильм был с Томом Хэнксом. Он на острове необитаемом прожил несколько лет. И у него был мячик, друг, с которым он разговаривал. И у него на голове такая штука была. Ты помнишь, да? Да. Макароны. Вилсон. 415-я база, ответьте. Не доварил. Вкусно? А, не доварил, да? И вкус. Вика, выплюнь, я их варил прям внутри сквиша. Ты шутишь? Номер 8, и так, и так.
Бесконечность. И здесь у нас будет... Без носа. О, что-то новенькое. Ну, мне кажется, именно в этом челлендже нос играет самую последнюю роль. Ну, нет. Знаешь, вот... Нет. Нет? Вот когда была тушенка, и этот в кукурузной палочке прям сильно пахло и помогало догадаться. Поэтому, ну, если у тебя что-то такое ядреное, то да, нос тут, конечно же... Короче, все, давай, давай. Так, мама, прищепочка. Что за прищепочка? Это для волос, мама. У меня слишком нос большой. Рим, пошла? Да, смотри. Бежи. О, такой маленький. Вау. Ух, там что-то... Слушайте, очень неприятно это трогать. Нет, там внутри какая-то жижа, и в этой жиже... Можно потрогать. Встречаются какие-то мелкие штучки. Не знаю, что это вообще. Ну, людей. Подождите, эти штучки, они жесткие, они у меня в пальцах. А ты что смеешься? Это так смешно. Эти частицы настолько мелкие, у меня даже одного варианта нет, что это. О, время вышло. Все, время вышло. Называй, любой, все, любой. У меня нет вариантов, честно. Назови любой. То есть ты сдаешься? Просто жижа какая-то там, скажем. Ну, какая-то жижа с мелкими частицами, с мелкими крупинками. Но ты проиграла. Открывай рот и кушай. Да, ну, надо сначала его вскрыть. Тогда я не буду говорить, что это. Нет, не говори. Не говорю, пока ты не поешь. Мне кажется, пока это... Пока ты не попробуешь. Фу, нет, это не то. Это что-то очень ужасное. Я вот прям тебе гарантирую. Что-то хуже, чем сердечки. Мне почему-то тоже кажется, что... Может, не будем открывать? Да все, давай. Открывай. Хорошо. Ну все, оставь его. Я сейчас там перемешаю все, тебе все, вот все, так все. Вот. Да, об это печенка? Это печень? Что это? Не знаю. Как это ты не знаешь? А как я должна была угадать, что это? Подожди, ну что... Ну, это выглядит мега отвратительно. Может, у тебя что-то в животе не переварилось? И ты такой... Папа, ты хотя бы назови мне, что это, я же должна знать, что я сейчас буду есть. Нет, ты же сказала, что если ты не отвечаешь, ты попробуешь, только потом я скажу, что это. Нет, у нас уговор не такой был. Да, я сейчас перемотаю. Он только что сказал вначале. Ты не должен сказать, что это. Почему? Я не смогу это попробовать. Ну, ты понюхай. Ну, пахнет печенкой. Ну, печенка. Это корм либо для собаки, либо для кошки. Поэтому ты мне не хочешь говорить, что это? Ну, он с печенкой. Корм для кошки с печенкой, ты права. Слушайте, ну потом это видео будет везде, где-нибудь крутиться. Теперь точно будет крутиться, раз ты сказала. Эди, ты. Я такая... Не, я... Галочка какая-то. В новостях на Первом канале. Мама Вики Шоу съела кошачий корм. Можно я не буду это? Я просто не буду это есть. Эдиты делаем, как мама съест. Какие эдиты? Я тебе потом... Я сейчас передумаю. Да ладно, не будем делать. Фу, что ты сделала? Вкусно? Что-то солененько со вкусом печени. Все, больше я не буду. Спорим, я сейчас вытяну число 6. Нет, это число 11. 11. Давай. Вау. Ссылка на ОСТ. Так, и ты этот сквиши будешь кушать, щупать без рук. Без рук. И так. Время пошло. Минута. Это что? Оно какое-то очень колючее. Ты видишь это? Да, они прям через шарик выпирают. Это сложно. Крупа, может, какая-то. Пахнет моушенгейтом. Слушай, смотри, прям тут иголочка прям. Ой, слушай, он какие острые. А? Так, у меня почему-то тут была минута 0,8, все, время вышло. Как называется крупа, из которой ты желтую кашу готовишь? Пшено.
пшено. Оу! Это шоколад натертый? Для этого нужен нос. Честно, я тоже не знаю, что это. Это чай? Да. Чай? Да. А ну ничего не будет, если я траву съем. Нет, это же трава. Ты мне плюнула в лоб. Прошу. На вкус скажи, как это? Как сухой чай. Он у меня заваривается прямо во рту. Так, сколько там осталось? Немножечко, 3 штучки. Ой, так, у меня тут выпало. Бери ее. Это было 6 или 9? 6, это у тебя 6. Угу. 6. И я буду это делать без... Без рук. Опять без рук? Да что ж такое? Но это, кстати, мне кажется, интереснее всего, да? Да, но и сложнее всего. Ну, поэтому и интереснее. На старт, мани, марш. На старт, мани, марш? Да. Что это? Мы тут... Стоп, все, вот теперь время пошло. Я не понимаю, что-то сладкое? Не подсказывайте. Что он пахнет? Да, слушайте, вот только до меня дошло, чем это может пахнуть. Очень похоже, знаете, на томатную пасту. Томатная паста? Либо томатный сок. Но, слушайте, по ощущениям, вот при жмякании, там что-то мягкое. И по запаху, мне только запах помог. Ну и твой окончательный ответ? Томатная паста. Проверяем. Там какие-то шарики внутри. Точно. Возможно, это фасоль. В томатной пасте. Да. Не хочет. Если я сильно нажму, я боюсь, что это брызнет на камеру. Полетит. Да, точно. Это фасоль. Какой запах? В чем? В томатной. Вау, слушайте, я эксперт. Ну пахнет-то да, но я же угадала. Но время вышло. А, ну подожди, я же угадала потом. Да. После времени я уже нащупала, что это фасоль. Поэтому кушай. Ну, хорошо, без проблем. Можно мне ложь? Да съешь только одну фасолинку. Давай. Фасолинку только? Просто возьми ее, обмакни. Чем обмакнуть? Ну, в соусе дополнительном. Вот. Это как-то... Фасоль, между прочим, очень полезная. Это вкусно. Хочешь? Да не, спасибо. Я там лучше сладости какие-нибудь поем. Я что ли? Да, осталось всего. Ничего? Это цифра? 5. Без глаз. Минута пошла. Вау. Ты что? Так тебе я сказала. Что это? Ничем не пахнет. Ой, ну это легко, ну это вообще легко. Это хлопья, которые в виде колечек. Да блин. Хотя я знаю, корм для животных тоже в виде колечек. Ну я назвала колечки, ну поехали. Колечки сухие завтраки, да, ты это имела в виду? Да! Это те самые, это с упаковкой единорог. Да. Вот я их ела всю жизнь. Так, остался последний шар, можно его не вытягивать. 12. И я это буду без. Без носа. Время пошло. Это здесь какие-то сухие штучки. О, здесь какое-то что? Это какая-то фигура. Это рыбка. Это печенье рыбки. Да? Это твой окончательный ответ? Да, я думаю, да. Ну смотри, ну Вика, ну что это может быть? Посмотри, вот его четко могу показать. Вот. Это она. Они такие солененькие, такие вкусненькие. Не повреди. Да, это они. Слушайте, ну если бы мне попалось... Вау, точно. Если бы мне попалось без глаз,
Только на ощупь я бы, конечно, не угадала. И без рук. Тебе повезло. Да. Ну что, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну а если вы хотите вторую часть этого видео, то напишите обязательно в комментариях, чем еще заполнить наши шарики. Ну и всем пока-пока, до встречи в новом видео. Пока-пока.